В Губкинском стартовала операция «Жилье». В течение месяца специалисты проверят пожарную безопасность домов. В профилактическом мероприятии принимают участие представители администрации, отдела надзорной деятельности, управляющих компаний и правоохранительных органов. В ходе операции «Жилье» будет проверено состояние жилищного фонда города Губкинского. Будут проводиться рейды по отдельным категориям жителей нашего города. Обращаю внимание, что за нарушение требований пожарной безопасности, выявленные как в частных домах, так и в местах общего пользования жилых домов, виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности вплоть до вынесения штрафа в сумме до 200 тысяч рублей. Чаще всего по объектам жилищного фонда нашего города выявляются нарушения следующие: захламление путей эвакуации, наличие в местах общего пользования имущества, загромождающего, значит, аукционные выходы. Главная цель профилактической операции «Жилье» – предотвратить угрозу пожара. Рейды продлятся до 4 ноября.